Сегодняшняя тема. При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они в свою очередь выплачивают деньги сотрудникам, говорится на сайте правительства РФ. Доплаты за раннюю диагностику рака медики получают с прошлого года. В этом году, как говорил глава Кабмина Михаил Мишустин, объем финансирования на эти цели сохранен. Также председатель правительства подписал распоряжение о распределении более 18,3 миллиарда рублей территориальным фондом ОМС на оплату труда новых специалистов, врачей, мечестер, фельдшеров, которых планируется привлечь на работу в медучреждения. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.